Это кто приехал сюда? Это он снова из Австралии. Ну, 2015 года видел. 2015? Ну как там в России? В 2015? 2015. Снимаем видео 2015 года, да. Ноябрь месяц. Ну, 2017, Игорь, не договаривай. 19-й. 19-й? Будущее. Вот вы видели, Игорь был, когда в шапке, он говорил там о нытиках, да, он говорил обо всем другом. То есть он был не на позитиве, а Игорь сейчас улыбается, тут прилетел в Австралию. Подожди, короче, 2 месяца пройдет. Игорь сейчас на позитиве. Через 2 месяца уже все? Да. Через 2 месяца Игорь говорит все. Ну, я, кстати, тоже здесь впервые, это Акуджи. Скажи Вадиму привет. Кто такой Вадим? Не знаю таких. В общем, Игоря с приездом, и смотрите, может быть, что-то там потом поснимаем. А может, и не поснимаем. Потому что все темы уже мы обговорили, по сути. Так, там смысла нет, я думаю. Куда? Куда, почему? Я там ходил, там. Ты выйдешь на это, да? Какая красивая Австралия, смотрите. Здесь, правда, кстати, ветра нет. Какая красивая Австралия. А, нет, есть ветер. Это похоже, знаешь, на какое видео? Похоже на видео, у тебя какое-то есть видео, ты приехал, тоже ходишь по такому какому-то массиву, одно из видео. В Мельбурне ты ходишь. Какая-то тоже такая лесистость. Не, в Мельбурне, Еще какая-то там была лесистость и типа какая-то вот такая вот бушеобразность. И ты там ходишь, около пляжа где-то тоже. И там бы ты в куртке как раз ходил, ты как раз приехал. Видимо, да. Как район называется? Black Rock. Black Rock. Ну а здесь, да, такой же куш. Ничего хорошего нет. Кстати, я не знаю, стал замечать, опять-таки, как психология работает. Наушники, короче, беспроводные для айфонов. Я неделю назад, короче, заметил, сейчас опять заметил. Короче, я хожу, вот вижу у людей просто в ушах вот эти вот маленькие наушники без проводов. И все. Да не знаю, айфон хочу купить себе. Чтобы подключить наушники? Да. Что-то хочу, не знаю. Не знаю, мне что-то хочется быть ближе к технологиям. Вот, хочу посмотреть или 10-й, или 8-й плюс. То есть у меня 4-й Samsung, уже все. То есть вне технологий. Не знаю, может. Вторжение, может быть, сомалийских пиратов. Кстати, это видео из серии, как вот снимает обычно Эдуард. Просто камеру включил, что произойдет? Ну, знаешь, это реально работает. Это реально работает. Включу камеру, посмотрю, что произойдет. Ну да ладно, отчаливаю. Всем пока, подпишитесь на канал вот этого гражданина. Он покритикует Австралию. А я иногда покритикую, иногда похвалю. А, закончился буш. И на мой канал, конечно, подпишитесь. Пока!